Недавно на прилавке некоторых магазинах вернулся социальный хлеб. Но, как оказалось, хлеб есть, но достать его трудно. С раннего утра сотни жителей нашей страны стоят в ожидании долгожданной покупки. Хлеба мало, достать его трудно. Вы смотрите проект «Ваше мнение». Сегодня мы узнаем, доступен ли социальный хлеб. Можно вас узнать, как вы считаете, доступен ли социальный хлеб? Нет, недоступен. Думаю, что доступен. Его только утром привозят. Да? Да, и кто работает, не может его купить. Еще один вопрос. Насколько я понимаю, что нужно стоять в очереди 6 часов утра. Вы готовы стоять в очереди? Нет. Нет? Нет. Я должна идти на работу. А вы когда-нибудь покупали его? Удавалось вам? Да, покупать, да, да. Покупала. Когда я не работала и была свободна, покупала. И как, вам нравится качество? Да. Да, я любила его. Даже больше, чем эти дорогие. Есть форте бенекрет пентру пенсионари, пентру персоны, которые с невояши. Они каим лук форте бон пентру. Доступен ли социальный хлеб у нас в Молдове? В смысле доступен? Его мало, не хватает. Я не знаю, что доступен. Что три лея стоит? Ну, для пенсионеров тоже дорого. Если я получаю 860 лей пенсию, и представьте себе хлеб, пусть даже мне надо из них 15 дней, булка на 2 дня, это надо, значит, 15 дней на 3 лея 45, 50 лей только надо на хлеб. Вот. Так что я считаю, что пенсионерам недоступен, хотя они для него, как для пенсионеров, делают социальный хлеб, но недоступен, дорого. Доступен ли социальный хлеб у нас в Молдове? Нет, только если утром кто-то успевает купить, хорошо, остальные, тем более, это только в городе, в Кишиневе. А в деревне про это забыли, что есть у нас деревня, которая кормит город. А вот еще вопрос, а вы сами когда-то видели этот хлеб и пробовали? Вам он нравится, может быть? Когда-то я его пробовал, он был вкусный. Сейчас, честно, не знаю, не покупал. А по Шигине да онди? А Шигине ситри или шинсатаригине? Доступен ли социальный хлеб у нас в Молдове? Да. Вы его покупаете? Да. И как? Вам нравится все? Да, 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 да. Смотря на какой слой населения. Для пенсионеров недоступен, а для богатых все доступен. А вот еще один вопрос. Вы готовы в 6 часов утра стоять в очереди, чтобы получить этот хлеб? Нет. Да, совсем? А вы его видели хотя бы раз в жизни? Нет, еще не видел. И не собираетесь его покупать? Насколько? Ну как не собираюсь покупать? Не попадаю на нем. Не попадаю. Как вы считаете, доступен ли у нас социальный хлеб в Молдове? Я думаю, что он должен быть доступным. А будет ли это вопрос? Ну он уже есть на прилавках. Он есть, но не для всех мало, и мало. Что люди, видите, толпятся, чтобы он получить это. Постоянно, как раньше был, доступный. Да. Чтобы люди, вот эти, особенно либо старики. Повышать зарплату или пенсию, чтобы люди могли брать любой хлеб. Пенсию вот это уже должно быть. Он хороший хлеб, но для нашего пенсионного возраста им не хватает денег. Вы прекрасно понимаете, пенсия 600 лей. Может, сколько он купить себе хлеба? Нет, не могу его найти. А как? Мы покупаем то, что, по-моему, это продается с утра, там и такая очередь лишняя в Яловене. А такого хлеба так он продается только с утра, где-то с 7, по-моему, до 9, если хватает. Так что не каждый успевает. Как вы считаете, доступен ли социальный хлеб, вот такой вот хлебушек? Доступен, но его нет в магазинах. Этот, который по 3 лея, его нет в магазинах, это очень редкость. Я вообще его не видела до этих пор. То есть вы первый раз увидели сейчас? Я первый раз сегодня вижу. Все. А как вы считаете, доступен ли социальный хлеб у нас в Молдове? Вот такой вот хлеб. Да я его первый раз вижу у вас в руках. А до этого не видели ни разу? Нет. А вы знаете, где его можно купить? Нет. Вот я сейчас взяла батон, причем маленький такой, маленький. 4,40, вот, пожалуйста. Хлеб же гораздо больше, чем этот батон. А больше я, например, себе не могу позволить. Поэтому, если будет немножко дешевле, то это для тех, кто... Он для уже дешевый, он стоит 3 лея, но, как оказалось, что его очень тяжело достать. Нужно с утра стоять в очереди, ждать и так далее. Вы готовы ждать, чтобы купить? Нет, хлеб? Нет.
Нет, я не готова ходить, искать. Мне уже много лет, так что... Хотя пенсии очень не хватает. Очень. Я сейчас получила пенсию, вот иду. Так почти всю я заплатила за коммунальные услуги. Все, осталось каких-то 180 леев на месяц. Ну, вот. У вас сегодня есть шанс получить его бесплатно, верите. Ой, спасибо. Да не за что. Хорошего успехов вам дня. И вам успехов.